Сейчас сексуальность вообще проблема. Вот. Почему? Потому что раньше она была проблемой, то, что подавлялась. Вот. И поэтому много было неврозов, связанных с тем, что люди не могли позволить себе испытывать сильные переживания, связанные с сексуальностью, потому что это казалось стыдно. Сейчас другое. Сейчас это все сказалось, вот как бы все свободно, делай, что хочешь, там, и так далее. Вот. Но при этом отсутствует взаимодействие такое между партнерами, которое дает ощущение полноценного отклика и полноценной вовлеченности. Все стало более, в этом смысле, лишено должной чувственности. Это тоже вы не получаете того, что вы ожидали. То, что, точнее, то, что хочет подкорка, чтобы соответствующие у вас были переживания сексуального характера. Вот. У вас возникает из-за этого напряжение и дискомфорт.